Здравствуйте, друзья. У меня периодически там возникают запросы на канале, в комментариях. Говорят, вот я слышал, что Светлана написала книжку о строительстве, и вот как бы ее найти? Ну, как бы несложно найти. У Светланы есть группа в Фейсбуке как раз по вопросам строительства. Она такая, знаете, активно-пассивная. То есть там народ с энтузиазмом читает, там видно по количеству просмотров, но не очень пишет. То есть как бы и даже вопрос не очень задают. Такая интересная у нее есть группа. И вот в этой группе там, значит, лежит книжка, ее можно читать, в смысле, с даунлодом. Значит, что мы сделаем? Давайте так. Я повешу эту книжку на сайт portnov.com и дам на нее ссылку в описании к этому видео и ко всем последующим. Я включу ее в набор автоматических ссылок. Но книжка на английском, имейте в виду. Это первое. Второе. Она написана 10 лет назад. То есть вот тот дом, по итогам строительства которого была написана эта книжка, значит, была написана 10 лет назад. И, соответственно, я дам ссылку на группу в Фейсбуке, где Света там постройки беседует. Поэтому, если вы как бы заинтересуетесь, я думаю, что она будет гораздо больше рада, потому что появятся активные люди, которые там с вопросами, с идеями. Я думаю, что это будет как бы живое общение, ей будет интересно. Вот. Так что есть такая книжка. Есть такая книжка. Света построила новый дом, то есть снесли старый. Надо сказать, что снос дома тоже интересный вопрос, это отдельно, но, значит, снесли старый, потом поставили новый. Это такой большой, такой существенный был проект, достаточно там дорогостоящий. И, в общем, что тут скажешь, пришлось Светлане с очень многими вещами разобраться, и с, как с архитектором работать, и с подрядчиками. Там много специфики всевозможные. И при всем при том, что, может быть, какие-то аспекты во времени становятся меньше, так менее актуальными, но я думаю, что процентов там на 90-95 то, что там в этой книжечке написано, отражает очень многие вещи в американском строительстве. И это не написано профессиональным строителем для профессиональных строителей. Это написано непрофессиональным строителем для таких же непрофессиональных строителей, которые думают о том, что, может быть, им что-то построить. И если они начинают что-то строить, то вот что их ожидает на этом пути? И как с этим бороться? Ну, вот из опыта Светланы. Так что... А есть люди просто любопытные. Я не знаю, я часто замечаю, что вот и даже канал наш смотрят люди, которые как бы иммиграцией не интересуются, но им интересно. Вот, поэтому если есть люди, которым просто интересно, а они всегда есть, я думаю, что они тоже получат удовольствие. Вот. И заодно, может быть, там терминологию какую-нибудь там англоязычную подхватит. Так, то есть как бы может оказаться полезным в разных аспектах. Счастливо, друзья, и если вы захотите присоединиться к Светиной группе или прочитать ее книжку, или то и другое, я вам желаю получить от этого удовольствие как минимум, а если польза будет, так и вообще это мечта. Выпьем, друзья, за мечту. Счастливо.